Всем настоящий бойцовский респект, вы на территории ММА. 30 августа на турнире М1 Challenge 104 в Оренбурге казахстанский боец Арман Ашимов встретился в рейдже с бразильцем Флавио да Сильва Сантосом. Обзор этого поединка прямо сейчас. Но прежде скажу о том, что все права принадлежат официальному каналу М1 Global, ссылка в описании. Полный бой вы можете посмотреть, скачав официальное приложение М1 Global для смартфонов, ссылки также в описании к видео. Арман Ашимов выступал фаворитом в этой паре, и все ждали фирменного нокаута. Бразилец с первых минут бросился вперед, старался много двигаться и временами показывал замысловатые комбинации. Ашимов выцеливал, точечно и болезненно атаковал. Сантос заметно нервничал, но в начале третьей минуты сумел провести тейкдаун. Арман без проблем поднялся и продолжал работать на дистанции. Снова закатывая загадочные финты, Сантос нарывался на жесткие встречные, но удар держал. Бросался в борьбу, Ашимов четко защищался. Падал, пытаясь наносить удары ногами, причем не раз. В концовке Ашимов пробил апперкот, но бразилец увернулся. В начале второго раунда Сантос стал пробивать лоу-кики и несколько раз плотно попал. Затем он выдал снова что-то в стиле капуэйра, и это было опасно. По-моему, именно после этого попадания у Ашимова пошла носом кровь. Градус переживаний поднялся в разы. Арман решил действовать более агрессивно, но крепко попасть не удавалось. Бразилец оказался традиционно выносливым и взрывным. Два лоу от Сантоса и в третий раз жесткий навстречу. Желание бить лоу на время пропало. Соперник Армана необдуманно и открыто бросается вперед, за что получает двоечку наказания. Динамика поединка немного спала. Сантос не знает, как подступиться, Ашимов больно контратакует. Казалось, что Сантос должен вымахаться своими размашистыми ударами по воздуху, но он все еще в порядке. В концовке у него заходит тейкдаун, и он пытается контролировать последние секунды. В начале третьего раунда Ашимов хорошо попадает на соперник на ногах. На мой взгляд, у казахстанского бойца был слишком короткий лагерь, поэтому сил на концовке осталось мало. За 2 минуты до конца поединка Сантос сумел выбраться из-под Армана и забрал концовку. Ждем судейское решение. Весь Казахстан переживает, что же будет. Ян Фриман объявляет: раздельным решением побеждает Арман Ашимов. Поздравляю нашего бойца и его тренерский штаб с трудовой победой. Поддержим чемпионским лайком Армана Ашимова. Поделитесь этим видео с друзьями, пусть еще больше людей узнают о казахстанских бойцах. Подпишитесь на канал, тут все наши. Благодарю за просмотр, напоминаю, в любое время добро пожаловать на нашу территорию. Территорию ММА. We'll be right back.